подожди, не так же быстро, подожди. Девочка, не так еще быстро. Посмотри, вот это. Да. Все, пошла выкладывать видео с сетями. Доброе утро, страна моя. Что-то из Лего, ладно? Все, мы все вместе. Может, где-то вот такой вот наборчик Лего, можно? Мам. А у меня можно тоже набор из Лего? Я буду сам его собирать. Давайте одеваться. Ну, конечно, будем даже сегодня начинать делать поделку. Как раз в пятницу принесем, да? Ты первый. А то, что я Гриша рилдовал. Гриш, давай, заходи. У меня колени тут что-то болят. Когда они успели у тебя заболеть? Я выиграл. Ты рад? Побежали? Да. Теперь Афоня не хочет уходить. Ты не хочешь уходить? Пошли, мы уже уходим. Сына. Ты в домик спрятался? А ты где, сынок? А ты где? Сынок? Сынок? Ты прячешься? Да? Ты прячешься? Только приехали за деда, он сразу в окошко. Побежали, дедушку надо звать сначала. Пошли сначала дедулю позовем. Пошли? Пошли, где наш дедуля? Пошли, его сейчас будем звать. Громко только, да? Опа. Будем звать. Пошли, пошли. Да, дедушка Саша, да? Ну, видел дедулю? Дедушка, да, работает деда, да? Чай свежий давай. Да-да. Отходи. Афонечка, да? Всем привет. Привет. Да, Настя? Ты поехал, сынок? Пока. Маргося, ты что, тут пазл? Получается? Базовый вот так синим. Угу. А босые вот. У тебя с цифрами, да? Да. Раньше нет цифрами. Нет, с цифрами такого нету у него. А у меня такие есть. И тебе нравится их собирать, да? Да. Нравится. Ты сама, да, тут их собираешь? Смотри. Вот эта цифра 3. Видишь? 3. 3 коровы. Видишь? 3 коровы. Это 4. 4 яблока. Видишь? Дальше какая у нас цифра? Это цифра 0. Это самая первая цифра. Афоня не умеет забирать. Не умеет, конечно. Я сама шу. Да. Опа. Это походик. А теперь давай... Давай, какая там цифра? А ну-ка, там уезжает. Да никто там не уезжает. Кто там будет у вас уезжать? Давай посмотрим, какая... О, 6. 6 нашли. Нет, у тебя какая? Нет. Давай вот эту посмотрим, какая. У тебя цифра 2. 2 ежика, видишь? Нет. Маргон, да мы правильно собираем. Да пусть Маргарита как хочет, да, Маргось? Нет, не так. Не так? А да, вот так. И да, дедули, здороваться. Да, он здоровый. Дедушка. Дедушка, да. Надо. Дедушка, дедушка. Нет, открывай. Нет, дедушка. Открывай, дедушка пойдет это, под навес крутить педали. Ну подожди, не так же быстро, подожди. Дедушка же не так еще быстро ходит. Дедушка, как ты же уже покрутил педали, теперь дедушка. Отходи. Отходи, пальчик прижмем. Пальчик. Отходи, отходи. Дедушка пойдет, да, крутить педали. Ну что, мы уже дома. Афоньку я уложила спать.
уже сейчас хотя 11:30, но он же рано проснулся в 7 утра со всеми ребятами, чтобы вести их в садик. Сейчас заложила посудомойку с вот этими вот новыми таблетками Somat, которые я... Вот такие. Вчера купили магнит косметики, я говорила, две по цене одной. В общем, вышла очень даже неплохая цена. Вроде бы они такого же класса мойки, как и Finish. Ну, по цене, по крайней мере, да, они примерно одинаковые. Вот, поэтому примерно так вот их обычная цена. Одна штука примерно 20 рублей мойка. А здесь вышло 10 рублей. Так как две пачки по цене одной, еще и 20% скидка, поэтому очень даже клево получилось. Если они также моют хорошо, как Finish, то это прям удачная покупка. И сейчас заложила стирать, в смысле вещи, белье, и там купили мы новый порошок. Обычно мы либо ушастым нянем пользовались, либо Персил. Вот последний раз у нас был лично. Мы просто любим, чтобы было белье без запаха порошка. То есть, когда одеваешь и ходишь с запахом порошка, нам это не нравится. Кому-то наоборот там нравятся, да, эти запахи там на вкус и цвет. Вот Персил был, запахов не оставлял. Сейчас, не знаю, взяли Ариэль, там тоже был по акции. В общем, посмотрим. Так он пахнет, ну, сам порошок, ну, все порошки, да, естественно, прям так сильно пахнут. Но посмотрим, насколько белье будет пахнуть, не пахнуть. И я всегда включаю дополнительное полоскание. И сыплю порошка немного, примерно 40 грамм вот стаканчик. Вроде бы там есть какие-то пятна, которые не отстирываются, но там, мне кажется, сколько его не насыпь, если жирное большое пятно, то оно и так не отстирается. А так, в принципе, все детские вещи в более или менее хорошем состоянии. Поэтому посмотрим, будет ли запах. В общем, ладно, сейчас у меня домашние дела. Поставила еще уточку вариться, будет у нас суп рисовый, или галушки, или суп, наверное, супчик рисовый. Или с галушками, в общем, не знаю, сейчас как настроение будет. И буду сейчас немножечко, наверное, вот так порядок все поскладываю, пораскладываю на места. В общем, как всегда. Конечно, помаши привет. Ты соскучилась? Привет, амурчанка. Амурчанка. Я по привычке, знаешь. Амурчанка. Представляете, уже 2:15, я до сих пор не сварила суп. Ну, вернее, он уже сейчас закипит, и все, я сейчас попробую его на соль. В общем, такой получился кастрюлька рисового супа. И, как всегда, добавляю в конце зелень, петрушечка, чесночок и лаврушка. У меня тут сайбели на фоне в Дубаях. В общем, у меня сегодня, знаете, какой день? Афонько лег спать, и я разговаривала то с одной кумой, то с другой, то с роднёй, то с мамой. В общем, наконец-то мы договорились. Ну, не то, что договорились, я позвонила в термопарк. Мы, в общем, поедем в термопарк. Все-таки это все не развод. Я так переживала. Думаю, мало ли кто-нибудь решил над нами пошутить. Это было бы смешно. Но слава богу, что все по-честному. Так что мы поедем отдыхать с детьми и с мамой. Мама вообще довольна, примеряет свой купальник. Я, знаете, в СП Кубани, я не знаю, кто-нибудь пользуется этой сервисом. Сейчас как-то, не знаю, как сейчас он называется, но раньше СП Кубани называлась. Сайт для заказа одежды, и ехать нужно забирать в Краснодар ее. Там есть пункты выдачи. В общем, родня такой фигней занимается иногда. И я тоже заказывала купальник. Заказала купальник неимоверных размеров. На маму он подошел. Потому что на меня это было... Я не знаю, как я могла на себя XL заказать. В общем, такой купальничек. Как раз для мамы. И он уже 3 года лежит. Она за 3 года никогда его не одела. И сейчас она же немножко схуднула. И сейчас начала сразу мерить. Я ей звоню, говорю, да, мы поедем. Она сразу начала его примерять, сказала, что все нормально, но я просто говорю, если нужен, тогда можно поехать в Декатлоне купить, там типа спортивных. Ну, в любом случае, купальник как купальник, поэтому, ну, просто зимой как бы особо так купальниками на рынке никто не подторговывает. Так что вот такая вот у меня радостная новость. И сегодня такой день болтуна, у меня аж горло болит от того, что я сегодня много болтаю. Ну, это круто. Бывают такие дни, честно, когда одно и то же рассказываешь всем. Но это прикольно. Мы не так редко
не так часто видимся и даже не так часто созваниваемся, поэтому куча новостей. А вообще с одной кумой мы все время говорим: ладно, сейчас не будем разговаривать, давай увидимся и потом все мне расскажешь. И когда она приезжает, мы уже забываем, что мы хотели рассказать друг другу. И, в общем, половины не знаем. Вот так вот. Все. Пробую суп и заканчиваю. Хотела быстренько по поводу посудомоечных вот этих таблеток сказать, что они довольно хорошо. Вот стекло, да, видно, что очень хорошо таблетки отмыли. Никаких вот этих белого налета нет. Все хорошо, прозрачные кружки. Здесь вот от чая все вымыто. В общем, классные вот эти таблетки, мне понравились. Вот это какая-то кружка, от нее даже содой плохо отмывается. То есть вот такая вот она и есть, очень даже чистая. То есть по вот этим видно, что хорошо отмывается все. Цветочки не отпадают. Ну, кружки вообще классные. Вообще прям и размер супер кружки. Мне они очень нравятся. И чистые тоже вот эти стеклянные. В общем, классные таблетки. Это была прям выгодная покупка. Ну, внизу здесь тоже все отлично отмылось. Так, Афончик проснулся, и мы сейчас с ним тут гуляем. Сейчас хочется мне его занять и вот в этом вот шкафу две полочки убрать. Прям как стишок получился. А вот я же покупала прищепки вчера в Магнит Косметик. Ну, взяла пачку, потому что они все равно теряют. Нет, ты не так. Ты наоборот их нажимай. Вот так нажимай. Так вот, хоп. Пальцы убираем. Хоп, молодец. В общем, сейчас с Афони учимся прищепки прищепывать. Они не сильно прям щипают, но так достаточно. Нет, не так, зайчик. Наоборот, вот так. Нажимай. Давай. Сейчас мы будем, в общем, учиться, да? Подожди, нет. Нам же нужно открыть. Тебе нравится? Сейчас займу его, надеюсь. Не так, сына, не так. Нет. Давай, мам, покажи. Давай вместе, давай. В общем, гуляем мы тут с прищепками. Но чувствую, что Афоня их поломает. Их не так, нет. Нет, давай, подожди, отпусти. Вот, за вот эту часть бери. Зайчика. За ушки. Вот ушки, вот. Понимаешь? Вот их хочет разломать. Нет, не так. Сына, ты сейчас ее сломаешь, она бахнет и все. Фоньке теперь нравится их снимать. В общем, ладно, постараюсь я сейчас все отсюда нужно вытащить, потом протереть пыль, ну, естественно, все сложить, все, что не нужно, я выкину. Сейчас буду пробовать убирать. Так, ну что, я практически убралась. На вот этих вот двух полочках все здесь пораскладывала. И сейчас вам покажу, что я тут буду выкидывать. Ой, сейчас Афоню. Так, значит, покажу сейчас, что буду выкидывать. В общем, вот эту вот гелевую подводку от Oriflame черную. Я даже ей пыталась накрасить сейчас. Думаю, блин, вдруг она и правда такая прикольная, с кошенной кистью. Она, видите, все равно отпечатывается наверху. Вроде бы сначала ничего, высохла. Трогаю пальцем, она не размазывается. Потом, ну, наверное, из-за того, что у меня жирные веки. Поэтому, ну, в общем, мне она точно не подходит. Поэтому сразу говорю то, что мне понравилось и что не понравилось. Вот эти вот тени от Avon. Они, конечно, суховатые вообще. Коричневую Афоня разбил, но они очень сухие. Они плохо набираются. Ну, мне, в общем, они не понравились. Типа кремовые тени. Вот они даже, вот видите, треснутые. Ужасные, в общем. Ну, оставила... Вот они светлые, как типа а-ля хайлайтер. Посмотрю, что с ними, может быть. Потом мы их тоже выкинем. В общем, это все выкидывать. Тушь с бешено огромной щеточкой от Faberlic тоже выкидывать. Вот это вот тоже никакая. Ну, что-то мне она не пошла, я ее выкидываю. Вот это мне очень понравилось, Катрис. Сейчас телефон. Так, дальше Eye to Eye, что-то мне как-то тоже не особенно она, вот это от Faberlic.
Ну, какая-то такая, очень не очень. Так, вот это мне тоже очень нравилось. Но она почему-то закончилась быстро достаточно для меня. Хотя я не так часто крашу, и сейчас она уже подсохла. Как-то склеивает ресницы. В общем, карандаш вот такой вот зелененький. Ну, не пользуюсь ей, поэтому буду выбрасывать. Avon консилер. А, я его не выбрасываю, собираюсь его выбрасывать. Он мне очень нравится. Ну, не очень прям, у меня просто других не было. Но вполне себе нормальный, поэтому я его оставляю. Ну, корректор он. Как под глаза, там, да. Ну, в общем, такой, это самый светлый оттенок. Их там два оттенка, этот светлый. В Польше делается. Тут эту штуку тоже от Avon выбрасываю. Какая-то мне не очень она. Типа карандаша синего. С фаберликовской тушью сильно... Ну, она мне как бы... Вот я начала ей пользоваться, но потом она почему-то очень быстро высохла. Поэтому тоже обращаюсь с ней. И карандаш от Avon. Просто я не знаю, он что-то вообще какой-то... Вот такой вот скошенный. В общем, я надеюсь, вы поняли, с ним какие-то такие стрелки толстые тоже отпечатываются на моем, может быть, жирном веке. Поэтому выбрасываю. В общем, вот это вот все выбрасываю. Еще самый главный. Викинштейн. Так это вот что. Вот это вот ужас какой-то. Она уже стоит. Не знаю, никому она не нравится. И мне тоже не нравится. Поэтому не буду хранить весь хлам. Буду выбрасывать. Афоня, что ты там делаешь? А, ты хочешь сесть, а тут Марсик? Ну-ка, так нельзя бить. Нельзя, ты что? Вот так вот просто говори, Марсик, прысь. Говори ему, прысь. Да, он хороший. Все, садись, будем обуваться. Садись, ты его погладить. Погладь его. Вот он хороший. Ты видишь, какой он хороший? Садись. Слышишь? Едем сейчас за детками. Гляньте, как тут у нас красиво. Но все равно ветерок такой прохладный, хоть и 7 градусов показывает, но так ветер неприятный. Драконья Дали, так кто написал? Это Оксана Алексеевна, вот это все я. И сказки я сам написал. А, сказки? А откуда ты взяла эти сказки? Ты списал откуда-то или ты сам? Нам показывали. А, как пишется, да? Да. Ну, буквы же тем более там, ты все вот знаешь. Вот тут вот еще маленький, да, вот эти. Вау, вот этот крылья поджигает. До свидания. Опоздали. Рисак я уже съела, вот. Ага. Все правильно. Вот только вот эту я нашел, только вот эту стал найти. Давай поищем. Давай посмотрим, что здесь надо. Да. Где же она, да? Вот сейчас эту поищем. Посмотри, вот это. Да. Вот это ставим. Вот это и бочку с деньгами. А тут еще есть вот до 6 шага. Да. Давай вот этот. Да. Да? Потом покажешь, что там получилось, да? Где бочка, бочка. Так, вот это и денежки. Их надо разломить, наверное, да? Или прям крутить прям сильно. И кидай туда, да. А что у тебя должно получиться? Так. Я никуда здесь с вами. Следить буду за вами. А где тетя Аня? Где тетя Аня, скажи? Не знаю. На улицу ж вышла. Зачем? Смотри, где там дядя Виталик. И ты хочешь посмотреть? Холодно сейчас. Ну что, пошлите посмотрим, где там Гришка. Он меня не пускает. Мам, а ты ставишь вот то большое лего, которое бегало? Правда, это только... Да вот тут же ж ноги можешь найти. Папа. Вот тут же ж. Мам, я ищу все драгоценности. Это ты! Я драгоценности. О, мам, сундучок пригодится. Так, драгоценности. О, мам, еще одно весло. Нарисуй.
Гриш, тебя зовут. Вел ты какой-то маленький воришка, пират к тебе прибыл. Подожди, драгоценности нашел? Да, я драгоценности. Пиратик еще один. А вот еще, смотри. Тоже. Осталось только шляпу еще найти, да? Мне нужна. А тебе без шляпы надо? Да, нет. А вот шляпа пиратская, смотри, я нашла. А вот самый драгоценный алмаз. Покажи. Вот это мой. Нет. И вот это мой. Это мой. Свинья Пеппа. Ну да. Дай. Да, дай, дави. Это мое. О, мам, мне как раз нужно вот это, чтобы закрыть сундучок. Сундучар, мам. Человек еще один. О, мой, вот сколько у меня. О, вот тач. Ага. Давай играть вместе. Давай. Свинья нам не нужна. Я свинья Пеппа. Певачка я. Мама, ты. Ой, ты что-то... На какой золото? А на какой что? Либо на вот это. Смотрим. Смотри, сколько там. Это все золото? Да. А сундучара у меня какой? С алмазиком. Драгоценный. И там можно купаться. В золоте? Да. Мама, ты видела, у меня даже тут некоторые посохи из золота. Посохи? Да. Где папа будет в компьютер? Не знаю, папа приедет и скажет. Ну ты же у нас. Ты кушаешь, сын? Салат съел. Вкусный? А, сынуль, ну что, ты там гуляешь? Получается? Что у тебя тут получается, рассказывай. Все хорошо получается? Как ты кидаешь, да? Кинул, да? Чего? Вот это и самое. Покажи. Красивое, у да? У нас мыло. Какой это цвет? Оранжевый. Правильно. Я хочу колески кино идти. Ну, поиграйте с Афонькой. Афон, будем колески иной? Я за Нолика. Будем колески. Афон, это не конфетка, это мыло купаться, понимаешь? Да. Глеба мама уедет. Давай собирай кубики, Глеба мама. Мы будем за ним следить. Ну, мы же за Дашей следим. Я придумал, как это сделать. Еще одну комнату построить. Отличная новость. Он будет, знаешь, где спать? Будешь. Я ему буду приходить и спать у него. Да-да. Он посмеет, кто это? Это я. Так, кичу. Я не знаю, вот там в стаканчике, посмотри, вон стаканчик. Сейчас будем делать мышку пробовать. Интересно, не получится ли у нас собачка из мышки? Как из слона получилась собака. Там нету ножниц, посмотри. Нет. А в твою, это твой стаканчик? Или да. Это Гришин? Нет.
своей комнаты? Да. Давай смотрим на инструкцию. Давай, что ты видишь? Вот цифра 1, значит, это первое. Что ты видишь? Вот это что за фигура у нас? Ну, если вот так вот мы положим ее. Так это... Как это называется? Прямо... Мама! А вон тот суп еще хороший? Ну, конечно, хороший. Я же его только сегодня сварила. А вы мышку делаете? Ага. А то, что кот сам захотел или ты сказал? Сам захотел. Слоненка мне... Мы делали похоже на собаку. Еще розовая. Так, ну что, давай начнем. Гришуль, ты сок хочешь? Как планшет. Нет. А говорят... треугольник на есть. Ну а вот это какая? Ну вот это какая. Ну если мы вот так ее положим, то это какая? Это? Вот это. На что это похоже? Я не могу сказать. Не можешь даже сказать. На квадратик это похоже? Да. Так что, а как же нам сделать из прямоугольника квадрат? Помнишь, мы с тобой делали? Да. Давай начнем. Давай, вот это. Давай, ну вот у нас есть прямоугольный лист, но нам же нужно сделать его квадратным, да? Да. Вот это. Ну, нет. Вот этот, вот эта сторона и вот это нужно их соединить. Как? Ну как, вот так вот соединяем. А я сам. Вот сюда? Угу, тяни только сюда. Чтобы вот здесь в уголку все совпало. Нет, не так. Гордись за ним. Да, докажи. Это мой зайка. Это мой зайка. Такой стол. Ты куда собрался? Так, голову мы сделали. Теперь сейчас будем делать ушки. И потом еще туловище. Все готово. И пальчик, это как? И гвоздь, и хвост. Хвостик из ниток написано, можно сделать. О, давай из ниток. А где у нас нитки? Ну, сейчас принесу. Не торопись, ладно? Ну, что, оно так получается? А? Так, так. Получается, сынок? Да. Не получается. На, вот тут рисуй. Давай. Подожди. Вот, уже получается, видишь? Вот эту часть, видишь? Что, ну никак? Да. Надо рисовать. Ну, кто тебе поможет? Попроси крестную. Что ты нарисовать? Солнышко нарисую. Да. Да. Покажи. Что вот такая мышечка. Да, осталось только хвостик, да, нам? А я пока не. Афонечка, давай сюда ножницы, давай. Ты сам на эти справишься? Подожди. Где ты их? Надо чуть пониже, вот тут чуть пониже. Ну, прям такая конкретная. Груша? Ну, даже башка Ина ее боксировала. Только по высоте, знаешь, ее бы чуть-чуть это. Ну, покажи, что тут у нас получилось, скажем, такая мышка, да, еще и с цветочком. Да, ее заколка. Заколочка? Это девочка, да? Да. Покажи, что тут у нас все получилось. Красота. Слон, да? И мышка. Мама, тебе эту группу собирать. Ну, на сегодня все, да? Завтра еще будем. Только... Так, ну что, на сегодня все. Пошла выкладывать видео с сетями. Все, всем до завтра и пока. Спасибо вам за то, что пишете комментарии. И скажем всем пока. Всем пока, до завтра. Подписывайтесь на канал Дети Водичие. Да. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. На какой канал? А то со Сергеич. А то со Сергеич долго и мама со мной. Как мама зовут?
Тетя Вера. Да? Говори пока. Пока, говори.